Документов и свидетельств тех событий практически не сохранилось. Фотографии, письма, телеграммы, приказы, сводки и донесения – почти все оказалось на дне Финского залива. История ослепла. Марта 1917 года мир облетела ошеломляющая новость. Русский император отрекся от престола. В России революция. В Кронштадте, главной базе Балтийского флота, матросы расстреливали адмиралов, капитанов, командиров кораблей и мичманов. В самый пик революции 3000 кронштадтских моряков захватили 2-миллионный Петроград и удерживали город до полной победы большевиков. Пройдет всего 4 года, и моряки Балтийского флота осознают, что власть в государстве рабочих и крестьян не принадлежит ни рабочим, ни крестьянам. В марте 1921 года мир снова услышит слово «Кронштадт». Зима 1921 года выдалась невероятно суровой. Казалось, так холодно в Петрограде не было никогда. Угля или керосина уже давно было не достать. Дрова же выдавали по разнарядке. Разжиться топливом можно было разве что при разборке деревянных домов. Гражданская война закончилась, но жизнь никак не налаживалась. С 1917 года в России не прекращался топливный кризис. К 1921 году запасы угля были практически выработаны, а добыча его почти не велась. Главным средством передвижения по-прежнему оставался железнодорожный транспорт. Из-за нехватки угля для паровозных топок использовали дрова. При этом более 60% паровозов были неисправны. В результате средняя скорость движения по стране упала до 32 километров в сутки. В декабре-январе 2021 года в Петроград доставили лишь 10-15% дров, необходимых для выживания города. Большая часть предприятий была закрыта именно по причине отсутствия топлива. Сотни поездов с продовольствием не могли добраться до Петрограда, продукты в них постепенно портились. В городе еды было не достать. Пресекались любые попытки частной торговли. Чтобы добыть хоть немного продуктов, Наталье Константиновне пришлось нести на черный рынок свои серьги. Жена генерала Козловского не скопила фамильных драгоценностей. Все, что она могла отдать спекулянтам, это несколько украшений. Ее муж, бывший генерал царской армии Козловский, всегда держался в стороне от политики. После октября 1917 года он без колебаний перешел на сторону большевиков. Не из-за того, что разделял революционные идеи, а просто потому, что кто-то должен управлять страной. И вместе с 2 старшими сыновьями вступил в Красную армию. Генерал-майор, командующий артиллерией Александр Николаевич Козловский. Как и многие профессиональные военные, в ходе гражданской войны был привлечен большевиками как военный специалист. Из 200 тысяч офицеров бывшей императорской армии 75 тысяч служили у красных и 50 тысяч у белых. К 1920 году из 20 командующих Красной армии 17 в прошлом были царскими офицерами. Из 100 командармов 82. Все начальники штабов дивизий, армии и фронтов также были из офицеров. На Балтийском флоте в 1921 году военные специалисты составляли 66% всего командного состава. Хотя отъезды на службу давно стали привычными, Козловского не покидало дурное предчувствие. Он остро тревожился за родных, которые оставались в холодном Петрограде, и сегодня был с ними особенно ласков. За столом собралась вся семья. Старший сын Николай служил в артиллерийской академии. Константин и Дмитрий учились на военных курсах. Младший, Павел, еще не закончил школу, а 12-летняя Лиза, Люля, как ее называли домашние, вместе с мамой Натальей Константиновной преподавала в детском доме иностранные языки. Даже в эти дни, когда весь обед состоял из одной картофелины на человека, дочь умудрялась приберечь для отца в дорогу кусочек драгоценного сахара. Сам Александр Николаевич мечтал лишь об одном – спокойно дослужить последний год и выйти в отставку, чтобы уже не расставаться с любимой семьей. Но пока Козловскому предстояло отправиться на двухнедельное дежурство в Кронштадт, где он занимал должность начальника артиллерии. Кронштадт – морская крепость и база русского Балтийского флота, расположенная на острове Котлин в Финском заливе. Заложена Петром I в 1703 году. За 200 лет рядом с Кронштадтом были выстроены форты, расположенные на искусственных островах. Цепь этих укреплений, вооруженных мощными орудиями, полностью перекрывала водный путь из Балтийского моря к Петрограду. Добраться из Петрограда в крепость можно было только морем, либо по льду Финского залива зимой. Кронштадт находился в 25 километрах от Петрограда, а от границы с Финляндией в 1920 году его отделяли не более 10 километров. В начале 21 года Кронштадт был, пожалуй, самым безопасным местом в России. Пока во всей стране царил голод и бушевала гражданская война, крепость жила относительно мирно и исправно снабжалась всем необходимым. Матросы вели себя здесь не так, как в Петрограде. Заношенные бушлаты всегда были плотно застегнуты. Сапоги, пусть латанные, блестели. Матросы отдавали честь как положено, вытягивались в струнку. Здесь они прежде всего оставались людьми флотской службы, которые твердо знали, корабль, на котором нет порядка, обречен. Если в Петрограде по-прежнему не хватало продовольствия и топлива, то в Кронштадте имелись и продукты, и уголь. Служба на кораблях и в фортах велась исправно. В свободное от службы время матросы организованно сидели на лекциях по истории искусства, пели в хоре в Доме творчества и ходили в театр. Внешнее спокойствие было обманчивым. Чем большим количеством свободного времени располагали моряки, тем сильнее росло среди них идейное брожение. Все чаще собирались они, чтобы схлестнуться в политических спорах. Спорили и ругались до хрипоты, отстаивая свою точку зрения, которая редко совпадала с официальной. Наблюдатели от большевиков пытались контролировать ситуацию в Кронштадте. Все письма читали цензоры, а выход за пределы города был строго запрещен. Большевикам было чего опасаться. Революционные настроения всегда были популярны на флоте. Матросы часто выступали против. Не за, а против. Против чьих бы то ни было привилегий и против любой власти. До революции эти настроения подогревались еще и резкой социальной разницей между матросами, выходцами из крестьян, и офицерами, как правило, представителями бывшего дворянства. Как следствие, в Кронштадте вспыхивали восстания в 1905 и 1906 годах, затем в 1917. Матросы всегда были активными участниками революционных событий и всегда со своей правдой. Во время Октябрьской революции они боролись не столько за большевиков, сколько против Временного правительства. В гражданскую сражались не за социалистическое государство, а против восстановления старых порядков. А теперь и нынешний большевистский режим воспринимали как предательство революционных идеалов. Многие матросы разделяли принципы анархизма. Анархизм – политическое течение, отрицающее власть государства. Анархисты принимали активное участие в революции, и многие из них впоследствии примкнули к большевикам, став героями гражданской войны. Особой популярностью анархизм пользовался на флоте. Идея самоорганизации была близка и понятна вольнолюбивым матросам. Впоследствии ход кронштадтского восстания описал матрос Степан Максимович Петриченко. Его воспоминания не взгляд стороннего наблюдателя. В трагических событиях тех дней самому Петриченко было суждено сыграть решающую роль. Степан Петриченко родился в 1882 году, рос и учился в городе Александровске, ныне Запорожье. В 1913 году был призван на военную службу на линкор «Петропавловск», входивший в состав Балтийского флота. Вскоре стал старшим писарем на линкоре, пользовался уважением у матросов всех рангов как идейный революционер. Петриченко всегда был в центре матросской жизни. В октябре 1917-го он, как и многие другие матросы, с воодушевлением воспринял идеи большевиков о всеобщем равенстве, о том, чтобы отдать заводы рабочим, а землю крестьянам. Совершая Октябрьскую революцию в 1917 году, труженики России возложили свои надежды на многообещавшую партию коммунистов. Российская коммунистическая партия большевиков. Понятие «большевики» возникло в 1903 году, когда сторонники Ленина получили большинство голосов на выборах в руководящие органы Российской социал-демократической партии, одной из самых многочисленных партий Российской империи. Их противников, набравших меньшее число голосов, называли «меньшевиками». Большевики на тот момент стремились к свержению самодержавия и улучшению жизни рабочих. Своей конечной целью они видели построение в будущем мирового коммунизма, общества равенства и справедливости. Поэтому партию большевиков называли еще и коммунистической. В 1917 году им удалось взять власть в России в свои руки. Здесь, в благополучном и закрытом от внешнего мира Кронштадте, долгое время не знали о том, что происходит за пределами крепости. Поэтому верили большевистским комиссарам, которые убеждали моряков – жизнь в стране налаживается. Письма матросам от родных доходили редко, и половина строк была вымарана химическим карандашом. Работала военная цензура. Кронштадтцам объясняли, что такая конспирация нужна для борьбы с белогвардейскими шпионами. Страна находилась на военном положении с начала Первой мировой. Некоторые моряки не бывали дома с 1914 года, 7 лет. Теперь они требовали передышки. Спустя 3 года после революции командующий флотом был вынужден объявить отпуск каждому 10-му матросу и обещал в скором времени отпустить всех на 2 месяца домой. Степан Петриченко оказался в числе нескольких тысяч счастливчиков, получивших долгожданное увольнение. Он тут же отправился на родину, в Запорожье. То, что Петриченко там увидел, мигом его отрезвило. Равенство и справедливость оказались всего лишь звонкими лозунгами, за которыми скрывалась неприглядная правда. Прямыми врагами рабочего класса трудящихся докатились до того, что они объединились со всей нечистью, которая злобствует против первого советского государства, где господствует труд, где господствует рабочий класс. Выяснилось, что земельный надел, который получили крестьяне, принадлежит вовсе не им, а государству. Теперь вместо барина на селе появились комиссары с вооруженной охраной. В повседневный обиход вошло страшное слово «продразверстка». Продразверстка – изъятие так называемых излишков всего, что производили крестьянские хозяйства, и прежде всего хлеба, на нужды армии и городского населения. Крестьяне сопротивлялись как могли. Начались убийства комиссаров и расстрелы крестьян, а затем бунты. Только за 1918 год в Центральной России произошло 245 крестьянских восстаний. Далее они охватили юго-восточные районы, Сибирь, Карелию, Кавказ и Среднюю Азию. Восставшие захватывали города и целые области, объявляя там свою власть. Непосредственное участие в армии Антонова в Тамбовской губернии принимало почти 200 тысяч человек. Повстанцы организовывались в целой армии с централизованным управлением, командирами, частями, знаками различия и родами войск. Против крестьянских армий были направлены десятки регулярных дивизий Красной армии. Самой известной повстанческой крестьянской армией времен Гражданской войны стали махновцы. Родина Степана Петриченко, Запорожье, стала центром восстания, которым руководил Нестор Махно, самый известный анархист в российской истории. Почти половина местных жителей ушла в его отряды. На протесты крестьян коммунисты ответили массовыми расстрелами, тюрьмами и концентрационными лагерями. Если крестьянин имеет 3 сыновей, находящихся на службе в Красной армии, и один из них попытается побывать самовольно на родине для свидания с родными, то хозяйство такого крестьянина подвергается полному разграблению. Некоторые рассказывали, что отцы и матери проклинают своих сыновей за то, что они защищают эту шайку грабителей. Кронштадтские матросы, чьи семьи жили в Поволжье, на Дону и Урале, вернулись из отпуска в ярости и отчаянии. Из-за опустошительных набегов продотрядов начался голод, который выкашивал целые деревни. Многие даже не успели застать своих близких в живых. Часть матросов на свои корабли так и не вернулась. Для власти они стали врагами, которые предали революцию. Но Петриченко твердо решил, нужно обязательно возвратиться на корабль. Там матросы и пушки, сила, с которой будут считаться большевики во главе с Лениным. Ленин Ульянов Владимир Ильич. Родился 22 апреля 1870 года. Профессиональный политик, теоретик коммунизма, создатель партии большевиков, инициатор, идеолог и вождь революции 1917 года. Первое лицо советского государства. Телеграмма. Срочно. Ленин Петроградскому совету. Крестьянские восстания, несомненно, являются только началом широкого мелкобуржуазного движения против пролетариата. Пролетарские массы в данный момент в таком состоянии, что и сами при дальнейшем ухудшении положения неизбежно выйдут из-под влияния компартии и даже могут выступить против советской власти. В конце февраля Кронштадт облетела тревожная новость. Месячный запас продовольствия, который должен был прийти в крепость из Петрограда, так и не был доставлен. Дежурный по крепости военспец Козловский понимал, пока матросы голодными не останутся, запасы еще есть, но долго ли кронштадтцы готовы терпеть? Чтобы разъяснить ситуацию, Козловский потребовал соединить его со штабным начальством. А когда ему ответили, не сразу поверил в то, что услышал. Провиант доставят в лучшем случае завтра, так как в Петрограде идут демонстрации рабочих и скоро будет введено военное положение. Дурные предчувствия Козловского начинали подтверждаться. Похоже, он оставил семью в очень недоброе время. Ленин не зря опасался того, что пролетарии вслед за крестьянами выступят против власти. Так и случилось. В Петрограде каждый день все новые заводы прекращают работу и включаются в общую забастовку. Рабочие возмущены сокращением пайков, а еще больше тем, что у партийных работников из-за специальных надбавок эти пайки в десятки раз больше. В 1921 году пайки населению выдавались по 4 категориям. Рабочие, занятые на вредном производстве и в горячих цехах, получали 2 фунта хлеба в день, целую буханку. Рабочие стратегически важных предприятий – 1,5 фунта хлеба в день. Просто рабочие служащие, домашние хозяйки, кормившие 3 и более безработных членов семьи – 1 фунт хлеба в день, полбуханки. Ограниченное количество граждан, не занимающихся производственным трудом, полфунта хлеба в день, четверть буханки. Доставка продовольствия в некоторые дни не производилась совсем. На стихийных рынках за буханку хлеба отдавали фамильные драгоценности. Деньги окончательно обесценились. Если в июне 2020 года фунт хлеба стоил 370 рублей, то в феврале 2021 уже 1515. Сахар также подорожал в 4 раза и стоил 19 500 рублей за фунт. Покупательная способность рубля с 1913 года упала в 500 тысяч раз. 5 тысяч рублей 2021 года соответствовали 1 довоенной копейке. Телеграммы из Петрограда и других городов становились одна тревожнее другой. Москва в Смольный. В Москве сокращен паёк на фабрике в Хамовниках. Рабочие прекратили работу. Толпа общим числом до 3000 человек направилась в хамовнические казармы с целью встретить поддержку со стороны красноармейцев. Москва, Кремль, Ленину. Сегодня толпа из нескольких тысяч забастовщиков прокатилась по Петрограду, обезоружила охрану и освободила арестантов городской гауптвахты, а затем была разогнана воинскими частями красных курсантов. Все это напоминало предреволюционный февраль 1917-го. Тогда, как и сейчас, стояла аномально холодная зима, и в городе не было хлеба. И демонстрации тоже поначалу успешно разгоняли. Только вместо красных курсантов это делали юнкера, воспитанники императорских военных училищ. За 4 года после революции население Петрограда сократилось с 2 300 000 человек до 700 000, более чем в 3 раза. Если в 1917-м на заводах города работало 400 000 человек, то в 1921-м 89 000. Количество работающих заводов неуклонно сокращалось из-за нехватки топлива. 11 февраля 1921 года Петросовет принял решение закрыть 93 предприятия. Заседание самого Совета заканчивалось в полной темноте. Прекратилась подача электричества. В Кремле хорошо понимали опасность большого восстания в Петрограде и делали все, чтобы его предотвратить. В городе объявили военное положение. Рабочих активистов увольняли, а некоторых вывозили из города или сажали под арест. В первую очередь арестовывали уличных демонстрантов и тех, кто критиковал власть на заводских митингах. В последние дни февраля за решеткой оказалось около 500 рабочих и представителей профсоюзов. При облавах были задержаны тысячи жителей города, многие из которых входили в оппозиционные партии и группы. В демонстрациях участвовали даже солдаты Петроградского гарнизона. Те воинские части, которые не вызывали доверия у власти, разоружили и заперли в казармах. Ходили слухи, что у солдат отобрали сапоги, чтобы они не могли выйти на улицы. Власть тем временем пыталась задобрить бастующих. В Петроград ввезли специально закупленный американский уголь, исключительно на нужды рабочих. Шестого марта в Москве должен был открыться 10-й съезд коммунистической партии. То, что на нем собирались обсуждать, было строго засекречено и известно только нескольким людям в партии и шифровальщикам-телеграфистам. К концу февраля 1921 года большевики явственно ощутили, что их власть висит на волоске. Ситуация накалялась. Из разных концов страны приходили сообщения о новых крестьянских выступлениях. Забастовки охватили не только Петроград, но и Москву и другие промышленные центры. Многие в большевистском руководстве считали, что одним лишь усилением репрессий делу не поможешь. Чтобы сохранить власть, партийный курс необходимо менять, и менять кардинально. Поэтому на предстоящем съезде Ленин планировал принять новую экономическую политику, ввести специальный продовольственный налог для крестьян взамен губительной продразверстки, разрешить свободную торговлю, передать некоторые предприятия в частные руки. Однако большевики не собирались объявлять о готовящихся реформах. Сначала партийные руководители должны согласовать на съезде свои позиции. Страну ждали большие перемены, но нигде, ни в Петрограде, ни в Кронштадте, об этом не подозревали. Подвоз продовольствия в Кронштадт так и не был восстановлен. Случай небывалый. Флотские старожилы говорили, что такого не происходило с 1917 года. Как бы ни складывалась ситуация в стране, провизию сюда всегда доставляли вовремя. Да и вообще флот традиционно кормили наилучшим образом. Кронштадтцы не догадывались. Их обделили продуктами для того, чтобы снабдить другие города. О событиях в Петрограде матросы не знали ровным счетом ничего. Увольнения недавно были снова запрещены. А когда, наконец, сюда дошел слух, что в городе расстреливают рабочие демонстрации, матросы решили, что дальше оставаться в бездействии нельзя. События стали расти как снежный ком после небольшого ЧП. Утром Козловский приказал арестовать пьяного матроса с линкора «Севастополь». Подобные эксцессы в Кронштадте были редкостью. Дух неповиновения уже носился в воздухе. И это беспокоило Козловского не меньше, чем судьба оставшейся в Петрограде семьи. Началось стихийное собрание. Матросы потребовали отпустить дебошира на поруки. Этим дело могло и кончиться. Но тут появился Петриченко и произнес речь о крестьянской войне и новой революции, теперь уже против большевиков. Степан Петриченко и его соратники открыто говорили матросам: коммунисты не сделали жизнь крестьян и рабочих лучше. Они лишь принесли страдания и смерть семьям моряков. Волна возмущения поднялась по всей крепости. Партийных лекторов и комиссаров, направленных в Кронштадт большевиками, слушать уже не хотели и со свистом сгоняли с трибун. А идея создания общества, которое не нуждается в контроле, становилась все более и более популярной. Петриченко рассказывал матросам, как во время Февральской революции 1917 года его линкор уже без офицеров на борту причалил к острову Нарген в Эстонии. Там, на острове, моряки создали государство, которое назвали Советской республикой матросов и строителей. Гражданами этой республики стали экипаж линкора и несколько сотен эстонских крестьян. Матросы, почти все родом из деревень, охотно вели с крестьянами общее хозяйство. 2 с лишним месяца население Наргена жило под защитой пушек линкора, не признавая никакой власти, кроме островного вечи. Но еще шла Первая мировая война, и с приближением к острову германских войск свободная республика исчезла, а линкор вернулся в Кронштадт. За считанные минуты собрание переросло в настоящий политический митинг. Идея республики матросов и крестьян воодушевила молодых моряков. Разошлись только с вечерним разводом караулов. Об этом событии в Петрограде узнали той же ночью. Работали осведомители от большевиков, которые телеграфировали в Смольный, главный большевистский штаб Петрограда. Начальник информационной части крепости Кронштадт в Смольный. Общее количество осведомителей в крепости и находящихся рядом частях составляет 176 человек. Путем работы в воинских частях, учреждениях и среди рабочих ими было обнаружено 153 человека, подозреваемых в различных преступлениях контрреволюционного характера. За всеми установлено наблюдение. «27 февраля сего года на линейных кораблях Петропавловск и Севастополь произошли стихийные митинги, на которых была избрана делегация в Петроград. К тому времени город несколько дней находился на военном положении. Все митинги и собрания были категорически запрещены. Но благодаря тому, что продовольственная проблема была временно решена за счет отъема провизии у тех же кронштадтских матросов, широкое народное недовольство удалось погасить. Моряки добились выдачи увольнительных. Тем временем петроградские власти не теряли времени даром. Самозванцы из большевиков, называющие себя кронштадтскими делегатами, матросами с Петропавловска, начали выступать на петроградских заводах. Они угрожали рабочим. Если те не вернутся к станкам, революционный Кронштадт заставит их работать силой. Разогнав самозванцев, настоящие кронштадтские делегаты собрали несколько заводских коллективов и пообещали им защиту. Окольными путями удалось выяснить, что за несколько последних дней в застенках оказалось уже около 2000 рабочих. Рабочие отвечали только слезами, что показывало, насколько они задавлены и бессильны. В общем, коммунисты превратили Кронштадт в пугало для всей России, каким он в действительности не был и не мог быть. Как только Степан Петриченко и делегация матросов вернулись в Кронштадт, они сразу перешли к активным действиям. На общем собрании было принято решение поддержать рабочий протест и выдвинуть свои требования Совету народных комиссаров и лично Ленину. Петриченко подготовил и прочитал на собрании резолюцию, направленную большевикам. Немедленные перевыборы тайным голосованием всех органов управления государством. Свобода слова и печати. Свобода собраний. Упразднение политотделов, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей. Ликвидация заградительных отрядов. Свобода для крестьян использовать свою землю и наемный труд. Когда резолюция была озвучена, атмосфера на собрании накалилась. Большевики, находящиеся в крепости, пытались возражать, но матросы их освистали. В тот момент они еще были настолько наивны, что верили, правительство и прежде всего Ленин будут вынуждены принять требования рабочего класса и матросов революционного флота. Большевики успели сообщить о случившемся в Петроград, в Смольный. Оттуда в Москву ушла срочная телеграмма. Из Петрограда, Смольного, Москва, Кремль, Ленину. В Кронштадте два самых больших корабля «Севастополь» и «Петропавловск» приняли враждебные нам резолюции, предъявив ультиматум – выполнить все требования за 24 часа. Среди рабочих Петрограда положение по-прежнему очень неустойчивое. Крупные заводы не работают. Предполагаем, что восставший Кронштадт скоро перейдет к решительным действиям. Ленин созвал в Москве строго секретное совещание. Даже стенографирование этой встречи не велось. Вместо того, чтобы объявить о проекте экономических реформ и выпустить арестованных рабочих, власти приняли решение подавить матросское восстание в зародыше. Из Западной Сибири спешно был вызван Троцкий. Троцкий Лев Давыдович, практически организатор Октябрьской революции 1917 года, один из создателей Красной армии. Идеолог мировой революции, военного коммунизма и тотальной милитаризации общества. В В 1920-21 годах председатель Революционного военного совета, второе лицо советского государства. В принятой в Кронштадте резолюции содержался прямой призыв к смене режима в стране. Призвав Троцкого, который был известен своей жестокостью, правительство собиралось показать: большевики не отдадут власть ни при каких обстоятельствах. В первую очередь Кронштадт следовало изолировать. А чтобы забастовщики в Петрограде не поддержали повстанцев, рабочие выступления нужно было срочно прекратить, любой ценой. Отнятой у Кронштадта провизии хватило ненадолго. И тогда из Москвы пришло срочное указание. Поручить сегодня же ассигновать фонд до 10 миллионов рублей золотом на закупку предметов первой необходимости для рабочих. Послать с этой целью специальную делегацию за границу. Присутствовали Ленин, Троцкий, Сталин. Вскоре в Петрограде и в Москве появились и свежие продукты, и необходимые товары. По личному приказу Ленина рабочим стратегически важных предприятий выдали небывалые пайки по 2 килограмма мяса, детям шоколад и сгущенное молоко. Утром 1 марта крупные заводы снова начали работать. Опасности всеобщего восстания, угрожавшего власти большевиков, удалось избежать. Козловскому до конца его дежурства оставалось совсем немного, но принимать у него крепость было некому, никаких распоряжений из штаба он не получил. Он с нежностью вспоминал дочь, вынимал из кармана шинели коробочку с сахаром, которую маленькая Люля положила отцу в дорогу. Пытался дозвониться домой, предупредить жену, что, вероятно, на пару дней задержится. Дежурство явно затягивалось из-за матросского бунта. Но телефон в петроградской квартире молчал. Козловский вешал трубку, а через несколько минут снова просил телефонистку связать его с Петроградом. На завтра в крепости планировался митинг. Говорили, приедет Ленин. 4 года назад, в феврале 1917-го, Кронштадтский гарнизон стал главной революционной силой России. И сегодня матросам казалось, что судьба революции по-прежнему в их руках, что стоит им подняться, и коммунисты будут сметены волной народного гнева. На самой большой в Кронштадте якорной площади еще не бывало такого скопления народа. Даже в 17-м. Несмотря на мороз, собрался весь свободный от караулов личный состав крепости. Больше 17 тысяч человек. Но Ленин, которого ждали, так и не приехал. Вместо себя он прислал Михаила Калинина, которого называли всероссийским старостой. Если матросы захотят кого-то слушать, то только его, потому что среди партийной верхушки Калинин был единственным выходцем из крестьян. Калинин Михаил Иванович – профессиональный революционер, участник революции 1905 и 1917 годов. В 17-м занимался агитацией среди кронштадтских матросов и пользовался у них авторитетом. В 1922-м председатель Всероссийского Центрального исполнительного комитета, то есть формально глава советского государства. Калинин пытался всеми силами сорвать собрание. Видя, что ему не удастся этого сделать, он отказывался говорить на площади и требовал, чтобы митинг был перенесен в морской манеж. Но собравшаяся масса настаивала продолжать митинг на площади. Видя такое единодушие, Калинин сказал: «Кронштадт из себя не представляет целой России, и поэтому мы с ним считаться не будем». Эти слова еще больше взволновали митинг, и было им сказано, что зачем же они все время говорили, что Кронштадт – самый революционный центр, и что он и есть их оплот, и что они всегда опирались на него. На это ответа не было. Крики «Власть советам, а не партиям» заглушали все. Калинину пришлось спешно покинуть трибуну. На нее тут же поднялся Петриченко и объявил: если коммунисты не выполнят требования митингующих, через сутки руководство Кронштадтом перейдет к матросам. А это значит, что мятеж, скорее всего, перекинется на Петроград, и через какое-то время власть большевиков будет свергнута. Товарищу Троцкому, мы теперь убеждены, что события в Кронштадте есть начало восстания. Предполагаем, что уже с утра события станут быстро развиваться. Нужна помощь от вас. Калинин. К тому времени, когда эта телеграмма была доставлена Троцкому, матросы уже взялись за оружие. Поступило предложение не проводить время зря и срочно избрать революционный комитет. Закончив собрание, ревком отправился на линкор «Петропавловск», где был образован боевой штаб. Через час уже было около 800 человек, которым была дана задача занять телефонные станции, арсенал, продовольственные склады, хлебопекарни, электрические станции, водокачки, штабы, воздухооборону, крепостную артиллерию и другие учреждения. В 9 часов вечера город был занят без единого выстрела. В этот же день на первое заседание революционного комитета пригласили всех бывших царских офицеров, которые служили в Кронштадте. Ждали начальника артиллерии Козловского, но он не пришел. Как выяснилось, сменившись, наконец, с дежурства, он собрался в Петроград к семье. Но на выходе из крепости его остановили матросы и сообщили: в Кронштадте объявлено военное положение, и город закрыт. 2 часа он провел в караульном помещении, не снимая шинели. Дозванивался до родных. Но трубку в квартире на Надеждинской так никто и не взял. Тогда Козловский позвонил в телеграфный отдел и попросил передать записку своей жене Наталье Константиновне. «На некоторое время задерживаюсь на службе. Не волнуйся, скажи Люле, что я ее очень люблю. Она это знает». Телеграфист пообещал передать записку. А в это время на его столе уже лежал текст экстренной телеграммы. «Совершенно секретно, весьма срочно. От предрев военсовета товарища Троцкого. В штаб Западного фронта командующему фронтом Тухачевскому. В Кронштадте мятеж. Будьте готовы при первой необходимости немедленно прибыть в Петроград». Ко времени событий в Кронштадте карьера Тухачевского, самого молодого командарма Красной армии, казалась законченной. Михаил Тухачевский родился в 1893 году в Смоленской губернии в дворянской семье. По окончании военного училища попал на Первую мировую войну в чине подпоручика. Принимал участие в ряде крупных операций. Был представлен к 5 боевым орденам, получил ранения. В феврале 1915 года оказался в немецком плену, из которого смог бежать только с 5-й попытки. В конце 1917 года Тухачевский вернулся на родину и, оказавшись в революционной Москве, решил принять сторону большевиков. В ходе гражданской войны на стороне Красной армии с триумфом провел несколько военных операций. В ходе последней крупной операции, которой руководил 28-летний Тухачевский, погибло почти 2/3 личного состава. Это была решающая стадия войны с Польшей за западные территории Украины и Белоруссии, попытка Красной армии взять Варшаву. По итогам Первой мировой войны Польша стала самостоятельным государством. Польское правительство претендовало на часть украинских и белорусских земель, которые ранее находились под Варшавской короной. В 1919-м этот спор привел к войне с большевистской Россией. Война шла с переменным успехом, однако главное наступление войск Красной армии под командованием Тухачевского потерпело сокрушительное поражение. В результате Польша присоединила западные территории Белоруссии и Украины. Тухачевский тяжело переживал и военное поражение, и опалу. Справиться с переживаниями часто помогало давнее увлечение скрипкой, с которой он не расставался даже на фронте. Мало кто знал, что командарм был прекрасным знатоком Бетховена и неплохим скрипичным мастером. Но в эти дни музыка из его комнаты не звучала. Тухачевский понимал, что ему предстоит воевать против матросов, тех, кто еще недавно вместе с ним сражался за революцию. Но для него это был шанс реабилитировать себя в глазах партии после Варшавского разгрома. В эти дни английская «Таймс» уже сообщала: в Москве и Петрограде новая революция. Французская газета «Матен»: восстания в России охватили Псков и Смоленск, а Петроград и Москва уже в руках восставших. В России новое временное правительство. Иностранные журналисты не впервые выдавали желаемое за действительное. Французская газета «Матен» сообщила о восстании матросов в Кронштадте еще 2 недели назад, когда там все было тихо. Но сейчас ситуация изменилась. Находясь под защитой орудий линкоров, кронштадтские матросы были уверены в своих силах и в том, что большевикам потребуется время, чтобы осознать ситуацию и предпринять ответные действия. Но Тухачевский, на которого в этой критической ситуации рассчитывало руководство в Кремле, был известен быстротой и жесткостью решений. В этом он не уступал своему покровителю, Троцкому. Прибыв в Петроград, Тухачевский начал действовать незамедлительно. Уже в ночь со 2 на 3 марта, согласно его приказу, по городу прокатилась череда новых арестов. На этот раз брали заложников, родных и близких военных специалистов из Кронштадта. То, что зачинщиками восстания на самом деле были простые матросы, тщательно скрывалось. По официальной версии, мятеж на базе Балтийского флота был организован врагами советской власти – белогвардейцами. Утром на остров Котлин опустился туман. Несмотря на изоляцию, в Кронштадт удалось доставить петроградскую прессу. Из газеты Козловский узнал, что он – глава контрреволюционного белогвардейского мятежа. Покинуть крепость, чтобы оправдаться, он не мог, да и доказывать что-то большевикам было бессмысленно. Теперь Александр Николаевич уже не имел права держаться в стороне от происходящего. Чтобы спасти семью и себя, оставался единственный способ – возглавить мятеж и победить. Начало марта в Кронштадте было холодным, но в воздухе уже чувствовалась весна. Дети в этот день гуляли по всему городу. Занятия в школах отменили ввиду военного положения. В остальном жизнь, как казалось, идет своим чередом. Но так только казалось. В октябре 1917 года в России произошла революция. К власти после длительной борьбы пришли большевики во главе с Лениным. Движущей силой революции и главной опорой нового правительства стали балтийские матросы, которые верили, что проливают кровь за самое справедливое в мире государство. Верил в это и матрос Кронштадта Степан Петриченко. На сторону большевиков перешел и бывший царский генерал Александр Козловский, который стал начальником кронштадтской артиллерии. В 1921 году Кронштадт был одной из самых мощных морских крепостей мира и самым безопасным местом в России. А между тем ситуация в стране накалилась до предела. В селах действовали вооруженные отряды большевиков, которые отбирали у крестьян практически все продовольствие на нужды армии и городского населения. В ответ на это в деревнях вспыхивали крестьянские бунты, в городах забастовки. Матросы, которым удалось побывать в отпуске на родине, увидели, что большевики не сделали жизнь крестьян и рабочих лучше, а принесли лишь страдания и смерть. В крепости Кронштадт, которая еще недавно служила опорой для новой власти, начались выступления против политики большевиков. Ленин и Троцкий, руководители советского государства, понимали, если мятеж из Кронштадта перекинется на Петроград, власть в стране может поменяться. Операция по подавлению бунта была поручена командарму Тухачевскому. Из петроградских газет начальник артиллерии Кронштадта Александр Козловский узнал, что он объявлен главой мятежа, а сам мятеж назван белогвардейским. Доказывать свою невиновность большевикам не имело никакого смысла. У Козловского оставался единственный шанс спасти семью и себя, возглавить мятеж и победить. Как же освещено было это восстание коммунистами? В московском радио от 3 марта прямо говорится о белом заговоре и мятеже бывшего генерала Козловского и корабля «Петропавловск», подготовленного агентами и шпионами Антанты. Затем в «Красной газете» и «Правде» писалось, что более или менее видные деятели восстания произведены в чины, в буржуи и наделены имениями. Газеты клеймили их уголовным прошлым и так далее. Говорилось, что в Кронштадт пробрались французские агенты и посредством золота развращали кронштадтцев. И говорилась всякая другая ложь. Все это широко оповещалось гарнизону и населению Кронштадта, что лишь вызывало общее негодование против наглости коммунистов. В числе заложников, арестованных по приказу Тухачевского, была семья Козловского. Из протокола допроса Козловского Николая, сына бывшего генерала. «Мой отец принадлежит к числу тех людей, которым гораздо дороже семья, чем личная слава и карьера. И в данное время, если бы я сказал ему лично, что мы, семейство, главным образом мать и сестра, подвергаемся опасности, он согласился бы отдать себя в руки Петроградского военного совета. Больше показать ничего не могу. Протокол написан с моих слов правильно, за что несу ответственность». Письмо в президиум Следственной комиссии от Натальи Козловской. Очень прошу президиум настоять на скорейшем пересмотре моего дела. И если будет признано возможным, выпустить нас, не медлить с этим, так как в мои годы здоровье не восстанавливается, а я еще могу быть полезной государству. Затем убедительно прошу во имя гуманности, которая является одним из лозунгов борцов за свободу, перевести нас с дочерью в камеру номер 37, которую теперь занимает мой сын. В ней окно, и она немного шире, и затем разрешить моей дочери получить обратно учебник истории. Ей необходимо подготовиться, так как она по этому предмету отстает. Телефон в петроградской квартире все не отвечал, но теперь после газетной статьи Козловский догадывался, куда именно пропали его родные. Он хорошо знал о методах большевиков. политика, которой Александр Николаевич всегда сторонился, сама вторглась в его жизнь. На третий день восстания в Кронштадте был создан штаб обороны. На первом же заседании с докладом выступил Козловский. Не веря в гуманность большевиков, он полагал, выжидательная позиция непременно приведет к поражению крепости, поэтому нужно брать инициативу в свои руки. Козловский понимал, если восставшие ограничатся защитой Кронштадта, ему вряд ли удастся вытащить семью из большевистских застенков. Так что, когда речь зашла о плане обороны, он снова вышел на трибуну. Начальник крепостной артиллерии поразил собравшихся матросов своей решимостью. Как опытный военный, он предложил конкретный план действий. Высадить десант в Ораниенбауме, захватить вокзал и боевую технику. Установить контакт со всеми подразделениями, которые разделяют взгляды восставших. Не дожидаясь, пока большевики соберут верные им войска, двинуться на Петроград. Нейтрализовав петроградский военный гарнизон, решительно взять власть в городе. Вопреки ожиданиям Козловского, Степан Петриченко, возглавлявший революционный комитет в Кронштадте, с его планом не согласился. Он считал, что вооруженное восстание – это метод большевиков. Революционному комитету власть не нужна. Власть должна перейти в руки народа. Новая революция будет бескровной, так Петриченко и заявил. Решено было придерживаться текста недавней матросской резолюции. Она призывала к перевыборам органов власти, а не к силовому ее захвату. В Кронштадте считали, если рабочие Петрограда увидят, что власть не на словах, а на деле может принадлежать народу, тогда они поддержат матросов. А потом к ним присоединится и Москва. Узурпаторам-большевикам не останется другого выхода, как покаяться в своих преступлениях и добровольно уйти. Петриченко, убежденный анархист, считал, что за ним правда, а против правды все бессильно. Козловский с грустью слушал речь матроса. Опыт подсказывал ему, благие намерения ведут в ад. Но пока в Кронштадте сохранялся порядок. За 3 дня, что прошли с начала восстания, не было выпущено ни одного патрона. Улицы были оживлены, учреждения работали без перебоев. В городских лавках толпился народ. Здесь выдавали пайки. В них были и хлеб, и масло, и спички. Революционный комитет Кронштадта уравнял пайки для всех. И для жителей города, и для экипажей кораблей. А дети получили больше молока и мяса. Революционным комитетом было послано радио к пролетариям всех стран, в котором опровергалась наглая ложь коммунистов и заявлялось всему миру, что нами руководят не белогвардейские генералы, а мы сами, и что никакой Финляндии мы не продались, и переговоров о военной поддержке ни с кем не вели, и что Кронштадт решил бороться до конца. Горожане, до того несколько напуганные возможными боями в городе, успокоились и доверились матросам. Но в революционном комитете хорошо понимали, что спокойствие в городе, как и запас продовольствия, в любом случае скоро иссякнут. Из агентурных донесений в Смольный. В Кронштадте хлеба нет. Галет хватит на 2 дня. Мяса на 6-7 дней. На Севастополе угля нет. На Петропавловске 300 тонн. Сжигается до 40 тонн в день, запасов топлива нет. Активных действий против Петрограда не предполагается. Сдача Кронштадта может произойти через 2-3 дня. В Кремле это донесение получили вместе с записью радиообращения моряков Кронштадта к мировому сообществу. Восставшие просили помочь с продовольствием. Российская эмиграция активно собирала за границей деньги и продовольствие для Кронштадта. Около 2 миллионов эмигрантов, в том числе несколько десятков тысяч военных, внимательно следили за событиями в крепости. Надеялись на возвращение монархии. Даже стоимость российских дореволюционных ценных бумаг подскочила. Из Финляндии в крепость прибыли представители Международного Красного Креста. Доставили в Кронштадт гуманитарную помощь. Причем, скорее всего, доставили контрабандно. И впоследствии этим продовольствием воспользовались большевики, а не восставшие. И хотя помощь пришла уже после начала восстания, для власти она стала козырем. Иностранная активность подтверждала официальную версию о том, что кронштадтский мятеж был организован за рубежом. В Петрограде готовились к силовому подавлению повстанцев. Гарнизон города был слаб для штурма такой крепости, как Кронштадт, поэтому уже 3 марта на пригородные вокзалы Петрограда начали прибывать эшелоны с войсками. У коммунистических властей были все основания торопиться. Как раз в это время пришли тревожные известия из Финляндии. Всего полгода назад закончилась Первая советско-финская война. Фактически Финляндия в этой войне победила. России пришлось уступить ей ряд территорий, но конфликт исчерпан не был. Советское руководство отдавало себе отчет: новой войны не избежать, рано или поздно. 9 марта 1921 года финское правительство ушло в отставку, и, по слухам, силы, которые пытаются взять власть в стране, намерены наступать на советскую Россию. Если эти слухи окажутся правдой, то мятежный Кронштадт наверняка будет использован финнами как главный плацдарм для наступления. Тем не менее, позиция Финляндии была однозначна – никакой помощи кронштадтскому мятежу. Но даже если так, в советском правительстве были не намерены ждать, когда обессиленный продовольственной блокадой Кронштадт поднимет белый флаг. Больше всего в правительстве боялись того, что Кронштадт высадит десанты в пригородах Петрограда, а матросы появятся в самом городе. В этом случае следовало ожидать общего восстания, которое быстро перекинется на другие города. Именно так произошло в 1917-м. Только тогда матросы были на стороне большевиков. Уже через 2 дня в Москве должен был начаться 10-й съезд партии большевиков, и до его открытия Ленин хотел показательно покарать бунтовщиков. Троцкий отправил в Смольный шифровку. Кронштадтом можно овладеть только до оттепели. Как только залив станет свободным для плавания, установится связь Кронштадта с заграницей. В то же время остров станет недоступным для нас. Нужно во что бы то ни стало ликвидировать Кронштадт в течение ближайших дней. Троцкий. Вскоре к Петрограду были стянуты силы, из которых Тухачевскому предстояло сформировать новый состав 7-й армии и двинуть ее на остров Котлин. Прибыв в Смольный, командарм немедленно затребовал всю документацию по крепости и дал телеграфно-почтовому отделу 10 минут на сборы. Тухачевскому было нужно, чтобы рядом с ним находились опытные связисты. Операция начиналась. Из обращения командования Красной армии. Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской республики. Необходимо подготовить все для разгрома мятежа вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников. Председатель Революционного военного совета республики Троцкий, командарм Тухачевский. 5 марта, Петроград. В Кронштадт поступил ультиматум. Крепость должна капитулировать в 48 часов. Немедленно собрали представителей от кораблей, фортов и предприятий Кронштадта. Обошлось без споров. Собрание закончилось под лозунгом «Победить или умереть». Начальник артиллерии крепости Козловский жалел о том, что его предложение о наступлении на Петроград не было принято, ведь у обороняющихся всегда меньше шансов. Рано утром над городом летал аэроплан и разбрасывал листовки. Крупными буквами на них был заголовок «Достукались». А дальше текст о том, что город окружен войсками Красной армии, и теперь кронштадтцев заморят голодом. Но сдаваться матросы не собирались. Все догадывались, что в этом случае с ними, как способниками выдуманных белогвардейских мятежников, жестоко расправятся. К тому же накануне перебежчики рассказали, что в Петрограде снова урезали пайки и забастовал крупнейший в городе кирпичный завод. Многие верили, что рабочие поддержат восстание. Ясный солнечный день. В Кронштадте было сильное оживление благодаря хорошей погоде. Дети вышли на улицу, где играли целый день. Невозможно было подумать, что Кронштадт осажден, и что в любой момент на город могут обрушиться снаряды, которые никого не пощадят. Звуки выстрелов продолжали раздаваться в вечернем воздухе. Население проявляло больше любопытства, нежели страха. Несмотря на запрещение, население старалось проникать к берегу и гавани, чтобы видеть стрельбу со стороны противника, и посылало проклятие убийцам, палачам-коммунистам. Коммунисты, находившиеся в Кронштадте и пользовавшиеся свободой, также стали негодовать против такого поступка и присоединялись к активной борьбе против своих же коммунистов. Нужно отметить, что многие из них проявили героизм и самоотверженность в борьбе. Итак, грянул первый выстрел. Первые снаряды упали на город около 7 часов вечера. Революционный комитет тут же объявил общую тревогу. Козловский прибежал на командный пункт, и уже через несколько минут после первых взрывов по его приказу открыли огонь тяжелые орудия крепости. Большевики обстрел тут же прекратили. Редкая перестрелка продолжалась до ночи. В крепости выставили усиленные дозоры. Почти никто не спал. Все ждали штурма. На следующее утро в 12 часов в Москве открывалось первое заседание 10-го съезда партии. На открытии Ленин сделал заявление по поводу кронштадтских событий. Это восстание, быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы. В этом сомнения быть не может. В штабе Тухачевского приказ о начале операции получили заранее. Еще с ночи все было готово к штурму крепости. На рассвете войска Тухачевского начали наступление. Но попытка ворваться в город была быстро отбита. Одновременно ряды красноармейцев атаковали первый и второй южные форты. И там тоже артиллерийские залпы и пулеметный огонь остановили наступавших. От Кронштадта до ближайшего берега около 7 километров. С маяка очень хорошо было видно, как колонны наступающих разворачиваются и уходят, даже не приближаясь к крепости на расстоянии прицельного огня. Первая попытка штурма была отбита. Потеряв более 800 человек, большевистские части отступили. И уже к 12 часам дня, как раз к тому моменту, когда Ленин выступал на партийном съезде, попытки атаковать крепость были прекращены. Еще одной проваленной операции Тухачевскому могли не простить. Командарм закрылся в своем кабинете. Он убедился, такую крупную крепость невозможно взять наскоком, имея в распоряжении меньшие силы, чем у обороняющихся. Выход был один – продолжить блокаду крепости и за несколько дней собрать артиллерию, способную противостоять кронштадтской. После того, как Кронштадт отбил штурм, в городе царило воодушевление. Защитники крепости ликовали. Радио линкора «Петропавловск» транслировало в эфир новое воззвание Революционного комитета. Пусть трудящиеся всего мира знают, что мы, защитники советской власти, победим или погибнем под развалинами Кронштадта, сражаясь за дело трудящихся. Кровь невинных прольется на головы коммунистических фанатиков, опьяненных властью. Да здравствует власть Советов! На фоне последних событий моряки Кронштадта в массовом порядке стали писать заявления о выходе из Компартии. В городе спокойно. Население настолько свыклось со стрельбой, что все свободно ходили по городу, и город, казалось, имел праздничный вид. Дети по Советской улице и Ленинскому проспекту играли в войну, бросаясь снежками. На панели хули с гражданами добровольно производилась уборка льда и снега. Ревком по радио обратился к журналистам всех стран с предложением прибыть в Кронштадт, чтобы убедиться, за что борются кронштадтцы. Победа принесла восставшим новые надежды. Но особенно она взволновала матросов с тех кораблей Балтийского флота, которые стояли на рейде в самом Петрограде. Матросы всегда были друг за друга горой, и теперь петроградские моряки чувствовали, что приходит время встать на сторону Кронштадта. Стрельба была слышна в Петрограде. Это давало хорошую почву для домыслов. По городу стремительно ползли слухи о том, что же на самом деле происходит на острове. Опасность того, что бунт в любой момент может перекинуться на Петроград, резко возросла. А этого нельзя было допустить ни в коем случае. Поэтому о боях в Кронштадте 8 марта не было написано ни в одной газете. Документы, связанные с этой операцией, было приказано уничтожить. Вскоре после провала первой попытки штурмовать крепость, Тухачевский продиктовал приказ о немедленном выдворении из Петрограда всех матросов. Под разными предлогами экипажи кораблей из Петроградской гавани были собраны на вокзалах города. Матросов разоружили, рассадили по эшелонам и отправили к новым местам службы. Один эшелон ушел в Сибирь, другой — к Черному морю. Моряков распределяли как можно дальше от Петрограда. Кронштадтские матросы оставались без поддержки. Эта операция была проведена молниеносно. В руководстве страны быстро поняли, что присутствие в городе матросов не лучшим образом будет влиять на красноармейцев, которые и так не хотели воевать со своими. После первого штурма крепости госпиталь в Кронштадте был заполнен ранеными красноармейцами. Большая часть ранений была в спину. Огромное открытое пространство Финского залива простреливалось вдоль и поперек. Бойцы армии Тухачевского бежали по льду навстречу огню корабельных орудий Кронштадта. А когда не выдерживали и пытались отступать, специальные отряды коммунистов встречали их сзади пулеметным огнем. Красноармейцы были вынуждены продолжать наступление. Несмотря на такие жесткие меры, перебежчиков все равно было много. Сумевших пробраться в крепость после штурма было около 1500 человек. Во время штурма на сторону Кронштадта перешел целый батальон бойцов-красноармейцев, и в полном составе сдались 2 роты. Их разоружали, кормили и отправляли на допрос. Петриченко приказал допрашивать каждого, чтобы выявить возможных провокаторов. Полкам внушали, что они идут против кучки золотопогонников, которая захватила Кронштадт и арестовала всех матросов. И что в Кронштадте уже имеются финские солдаты, которых позвали золотопогонники. Чтобы убедить солдат еще больше, они одевали своих коммунистов в офицерскую форму, надевали погоны и аксельбанты и проводили по войскам, указывая, что этот вот золотопогонник из Кронштадта попал к ним в плен и что вот против кого вы идете бороться. Одевали своих коммунистов также и в финскую форму. Их также проводили по войскам с теми же словами. Поговаривали, например, что матросы и красноармейцы давно покинули Кронштадт и ушли в Финляндию, а осталась лишь кучка офицеров, с которыми легко справиться. Говорили, что тут материк, а за этим полем стоит деревня, которую нужно взять, так как там засела шайка головорезов и производит резню населения. Эта грубая ложь сработала. Перебежчиков с каждым днем становилось все меньше. Многие поверили, что восстанием руководят белогвардейцы. Но главный перелом произошел 14 марта. В этот день на партийном съезде большевики приняли новую экономическую политику. отменили продразверстку и разрешили крестьянам торговать. Новость разнеслась по стране. Бунт против власти потерял смысл. Кронштадту больше не приходилось рассчитывать на массовую поддержку. Не прошло и недели после первой попытки штурма, а защитники крепости готовились отражать уже новое нападение. Наблюдатели сообщили, что войска Тухачевского выдвигаются на боевые позиции. К новой атаке большевики готовились всерьез. За неделю Тухачевскому удалось мобилизовать целую армию. Только в этот раз наступление готовилось сразу по трем направлениям – с восточной, южной и западной стороны. Семикратного превосходства в артиллерии, которое планировал Тухачевский, добиться не удалось. Но у наступавших появились тяжелые орудия, способные нанести вред фортам и линкорам крепости. И пулеметных команд удалось собрать в несколько раз больше, чем у восставших. При подготовке ко второму штурму численность группы войск, направленных на подавление мятежа, уже составила около 24 тысяч штыков, 159 орудий, 433 пулемета. Воинские части Красной армии были разделены на два оперативных соединения. Южная группа наступала на Кронштадт из района Ораниенбаума, северная – по льду залива на участке от Сестрорецка до мыса Лисинос. Штурм должен был начаться завтра. Но неожиданно в Омской дивизии, как считалось одной из лучших, два полка объявили, что отказываются участвовать в операции. Зачинщики были расстреляны. Затем доложили о расстреле еще 41 красноармейца 237-го Минского полка. Приговоры еще по 33 солдатам Невельского полка должны были быть переведены в исполнение утром. Меры оказались действенными. Командиры доложили о готовности солдат идти в атаку. Но один день был уже потерян. Вечером Петриченко собрал штаб восстания. И хотя ничто еще не было предрешено, ситуация, по его словам, складывалась явно не в пользу Кронштадта. Силы большевиков значительно превосходили их собственные. На заседании приняли решение, которое было передано на корабли и предприятия города. Всем, кто опасался мести большевиков, предлагалось объединиться и перейти по льду залива на территорию Финляндии. Петриченко от имени Революционного комитета написал обращение к финскому руководству, в котором рассказал о происходящем в Кронштадте и попросил принять людей на территории Финляндии в качестве интернированных, то есть практически военнопленных. Худшие опасения Козловского сбывались. Он не знал, что с его родными. Надежда на встречу с ними таяла на глазах. Но и сейчас он был готов сражаться до последнего. К 12 часам дня, к назначенному времени, для похорон жертв Третьей революции, невзирая на артиллерийский обстрел города, население и войсковые части, свободные от службы, стали стекаться на Якорную площадь и в Морской собор. После отпевания состоялся вынос 21 гроба, обитых красной материей, из собора. На похоронах присутствовало все население Кронштадта. Гробы были опущены в братскую могилу и засыпаны землей. Во время похорон продолжался усиленный обстрел города противником. Снаряды ложились совсем близко. Но народ сохранял удивительный порядок и спокойствие до конца. А когда похороны закончились, и люди уже стали расходиться, на крепость обрушился залп всех батарей Тухачевского. Началась артиллерийская подготовка к штурму. Радиограмма Временного революционного комитета Кронштадта Петроградскому совету. 16 марта Ораниенбаум начал обстреливать мирное население Кронштадта. Революционный комитет Кронштадта предупреждает Петроград. Если хотя бы еще один снаряд разорвется в городе, крепость снимает с себя ответственность за последствия и сумеет показать свою мощь в полной мере. 12-дюймовые орудия линкоров Кронштадта способны отправить тонну взрывчатки в любую точку в радиусе 25 километров. Но Тухачевский оставался спокоен. Завтрашняя операция должна быть молниеносной. План действий он разработал лично и был уверен, что Кронштадт не успеет выполнить свои угрозы. В воскресенье в половине 5 утра по льду залива в сторону крепости тихо и без выстрелов начали движение плотные колонны красноармейцев в маск-халатах. На этот раз, как только свет прожекторов из крепости достигал бойцов Тухачевского, они ложились на лед и дальше передвигались ползком, оставаясь незамеченными. Зато включенные прожектора служили для наступающих хорошим ориентиром. Так красноармейцы преодолели большую часть проволочных заграждений, окружавших все форты на расстоянии в несколько десятков метров от крепости. И только тогда их заметили наблюдатели. Встретить наступающих огнем на подходе к крепости, как в прошлый раз, уже не получилось. Огонь был открыт из всех орудий по всем направлениям. Колонны красноармейцев валились под градом пули осколков снарядов, но продолжали наступление. Прямо по льду под огнем на помощь атакующим красноармейцам переправляются части кавалерии и легкой артиллерии. Это больше похоже на самоубийство, чем на войсковую операцию. С каждым залпом колонны редеют. Пушки и лошади влекут людей на дно десятками и сотнями. Из сводки в Смольный. Связь с наступающими частями установить не удалось. Оперативную информацию получаем от летчиков и посыльных. По их данным, атака захлебнулась. Людские потери огромны. В некоторых частях до половины личного состава. Во втором полку сводной дивизии осталось в строю 18 человек. В штабе Тухачевского полное молчание. Ни одна из частей не отвечает. Все провода перебиты взрывами. Тухачевский приказал восстановить связь в течение часа. Найти обрывы проводов в этом хаосе среди огня вряд ли удастся, но приказ командарма не обсуждается. Если получится наладить связь хоть с кем-то, это будет чудо. В штурме Кронштадта со стороны Красной армии участвовала авиация, разведчики и истребители времен Первой мировой войны. Ущерба от них почти не было. Несколько тонн сброшенных листовок не изменили настроение в городе. Но сработал другой эффект. Защитники крепости, в большинстве своем выходцы из крестьян, служившие в армии всего 2-3 года, никогда самолетов не видели. При появлении в небе ревущих машин матросы либо разбегались по трюмам, либо открывали беспорядочную стрельбу. От страха прицельно стрелять никто не мог. И за все дни не было сбито ни одного самолета. Практически не нанося урона мятежникам, самолеты все-таки сыграли свою роль в операции, подавляя боевой дух восставших. Через полчаса коннице большевиков удалось ворваться на улицы города в районе Петроградской пристани. Красноармейцы стали рубить всех встречных по дороге к центру. По приказу Козловского матросы развернули орудия. В это время в городе был настоящий ад. Непрерывно со всех сторон гремели пушки, треск пулеметов и ружейная стрельба. Пули свистали во всех направлениях. Создавалось впечатление какой-то неразберихи. На всех улицах и переулках шел ожесточенный бой. Когда коммунисты рассыпались по городу и сбросили с себя белые халаты, разобраться было трудно, кто свой, а кто чужой. Потери противника были огромны. Бой здесь отличался особенным упорством и ожесточением с той и с другой стороны. Кроме кронштадтского гарнизона, в нем принимали участие рабочие, женщины и даже подростки. Раненых скопилось столько, что врачи и медсестры совсем сбились с ног. Но матросов среди них почти нет. Они бьются насмерть. На обводном канале, любимом месте прогулок горожан, несколько часов шел ожесточенный бой. Отряд матросов удерживал здесь целую дивизию, и в итоге все матросы погибли. У одной из северных батарей моряки сделали вид, что отступают, а потом вдруг развернулись и бросились на курсантов. Рукопашная схватка длилась 40 минут. Весь вал был усеян трупами. С линкора «Севастополь» заявили, что имеются лишь только 3 12-дюймовых снаряда, и больше стрелять нечем. Кроме того, много орудий вышло из строя, поломались компрессоры, отбились кронштейны, а в некоторых пушках получились трещины. Погрузкой снарядов заниматься при таком положении было абсолютно невозможно. С Петропавловска поступили такие же заявления, как и из Севастополя. Большое неудобство для введения боя с кораблей представляла их стоянка, так как они стояли борт-оборт и могли стрелять только лишь один правым, другой левым бортом. Развести их было невозможно, так как на Севастополе угля не было совершенно, и он питался электрической энергией от Петропавловска. Кроме того, не было ледоколов, которые могли бы поломать лед для свободного прохода корабля. Рабочие стали отчаянно вести борьбу, что много облегчило гарнизон. Принимали участие женщины, которые с убитых снимали патроны и давали солдатам, так как в патронах уже был недостаток. Рабочие с крыши и чердаков снимали коммунистов с пулеметами. Из Петрограда настаивают на скорейшем завершении дела. Еще одну армию доли дохода собрать не удастся. Похоже, если командарм не придумает что-то неожиданное, штурм провалится. Секретный приказ номер 558. Приказываю решительно развить первоначальный успех штурма, для чего при действиях в городе широко применить артиллерию в уличном бою. Не позже завтрашнего дня атаковать линкоры Петропавловск и Севастополь удушливыми газами и ядовитыми снарядами. Тухачевский. Но применить химическое оружие Тухачевский не успел. Голодный паёк, десятидневный бой, особенно последний день с 4:30 утра и до вечера уличный бой, окончательно подорвали силы гарнизона. Форт молчал. 6-дюймовые орудия приведены в негодность, а орудия большего калибра не вращаются и направлены в море. Время уже было 9:30 вечера. Выход был один. Двигаться по направлению к финляндской границе. Так был оставлен Кронштадт. В 11 часов вечера несколько сотен человек двинулись по льду залива в сторону Финляндии. Среди них были Петриченко и Козловский. Бывший генерал не сразу согласился оставить крепость. Он считал, что почетнее принять смерть в бою, чем бежать. Но мысль о том, что, погибнув, он уже совершенно точно не увидит своих близких, взяла верх. Как только первая группа скрылась из виду, за ней отправилась другая. Затем еще одна. По льду Финского залива им предстояло пройти больше 7 километров. Оставшиеся в Кронштадте матросы дрались за каждый дом с таким ожесточением, что несколько раз красным курсантам приходилось отступать. К этому времени линкоры «Петропавловск» и «Севастополь» объявили о готовности сдаться. Директива военкома Южной группы Ворошилова. Всех прибывших арестованных из Кронштадта фильтровать самым тщательным образом, имея в виду, что подлые элементы не прочь укрыться под маской и коммунистов, и сочувствующих. Политработников больше не направлять. Военком Южгруппы Ворошилов. Окончательно захватить город большевикам удалось только к 9 часам утра 19 марта. Оказалось, что перед отступлением линкор «Петропавловск» был подготовлен к взрыву. Все матросы на его борту были арестованы. Арестовывали солдат в фортах. прохожих на улицах. Их было много, тысячи. Тех же, кто пропах порохом, у кого были в мазуте руки, у кого было найдено оружие или листовки Кронштадтского революционного комитета, расстреливали на месте. В газетах в этот день было две главных новости – заключение мира с Польшей и празднование 50-й годовщины Парижской коммуны. Про Кронштадт ни слова. Им теперь занимается особый отдел. Утром 18 марта, завершая доклад главнокомандующему, Тухачевский произнес исторические слова. «В общем, полагаю, что наша гастроль здесь окончилась. Разрешите возвратиться восвояси». В Петроград стали поступать сводки с цифрами потерь. Приказано отдавать их только руководству, а затем уничтожать. По версии участников кронштадтских событий, погибло 1912 красноармейцев и 3500 со стороны восставших. По официальной версии советского времени, Красная армия потеряла 527 бойцов, повстанцы – около 1000 человек. Захвачено в плен 4500 матросов. Около 8000 человек перешли по льду из Кронштадта в Финляндию. Но в обеих версиях не учитываются те, кто оказался на дне Финского залива. Некоторые историки говорят о тысячах и даже десятках тысяч погибших красноармейцев. Точные сведения установить уже невозможно. Считается, что всего по делам, связанным с мятежом, было арестовано около 10 тысяч человек. Из них расстреляно не менее 2000. К 1923 году в Центральной России не осталось почти никого, кто принимал участие в кронштадтских событиях. Все были либо мертвы, либо в лагерях, либо переведены в отдаленные регионы. И побежденные, и победители. Город Кронштадт был целиком выселен, в основном за Урал. Из более чем 40 тысяч горожан там осталось 242 человека. Балтийский флот полностью сменил личный состав. 15 тысяч человек были демобилизованы, остальных отправили на новые места службы. Крепость Кронштадт была лишена своего военного статуса и закрыта. Линкор «Петропавловск» переименован в Парижскую коммуну. Спустя много лет телевидение Советского Союза регулярно транслировало якобы документальные кадры штурма Кронштадта. Однако сняты они были через несколько недель после подавления восстания. В учебниках истории до недавнего времени об этих событиях упоминали коротко, как о мятеже группы белогвардейских офицеров. В то время, когда в России разворачивались кронштадтские события, многие коммунисты в других странах успели разочароваться в большевиках. Идея мировой революции, еще недавно пользовавшаяся популярностью, была дискредитирована. Десятый съезд Компартии взял жесткий курс на борьбу с любым инакомыслием и административное укрепление партийной дисциплины. Однако мятеж в Кронштадте, крестьянские выступления и угроза голода вынудили партию Ленина перейти к новой экономической политике – НЭПу. Продразверстка ушла в прошлое, была разрешена частная торговля, крестьяне смогли вздохнуть свободнее. И хотя эти меры помогли со временем преодолеть разруху в стране, они оказались запоздалыми. Последствия военного коммунизма сказывались еще много месяцев. Зимой 1922 года в центральных районах России и в Поволжье голодали 90 миллионов человек, половина всего населения страны. Умерли от голода более 5 миллионов. А в конце 20-х годов новая экономическая политика была отменена. В стране началась организация колхозов, и землю у крестьян отобрали окончательно. Кронштадт дорого обошелся коммунистам. Падение Кронштадта есть падение коммунистов. Коммунисты могут расстреливать кронштадтцев, но правду о Кронштадте им не расстрелять. Никогда. Степан Петриченко выжил и добрался до Финляндии, где вскоре написал статью «Правда о кронштадтских событиях». Эту публикацию издадут отдельной книгой в Праге в том же 1921 году. Других воспоминаний участников мятежа не существует. Когда в 1922 году рядовым участникам восстания была объявлена амнистия, Петриченко просил разрешения вернуться в Россию. Вместо этого он был завербован органами советской внешней разведки и работал в Финляндии под псевдонимом Берг. После начала Второй мировой войны от него поступило несколько важных донесений о подготовке Германии к войне против Советского Союза. В 1941 году он был арестован финнами как советский агент, а через 4 года выслан в СССР, где был обвинен в работе на финскую разведку, осужден на 10 лет лагерей и умер в пересылке. Командарм Тухачевский сразу после победы в Кронштадте был направлен на подавление восстания крестьян под Тамбовом. Крестьянский мятеж был подавлен невероятно жестоко и эффективно, и Тухачевский скоро стал самым молодым маршалом Советского Союза. В 1937 году он был расстрелян по обвинению в шпионаже, измене Родине и организации заговоров Красной армии. 16 человек, связанные с ним семейными узами, были репрессированы. Жена, братья и мужья сестер расстреляны. Бывшего генерала Козловского в Финляндии ожидали несколько месяцев карантинного лагеря, а затем бесконечные поиски работы. О том, что стало с семьей, он так и не узнал. Его старший сын Николай не вынес унижений заключения и покончил с собой. Среднего Константина расстреляли в 1937-м. Жена и младшие сыновья были осуждены на 20 лет лагерей. И только 12-летнюю Лизу старые друзья Козловского сумели тайно переправить к нему за границу. Обнимая дочь, Александр Николаевич не скрывал слез. Он думал о том, что решение уйти в Финляндию было единственно верным. Фотографии тех событий не сохранилось. Ни одного кадра. Почти все снятое было уничтожено, а уцелевшие снимки со временем были утеряны. История ослепла. Спустя десятилетия станет известно все, что произошло в Кронштадте холодным мартом 1921 года. Все, кроме тех тайн, которые остались на дне Финского залива.